Всем стоять! Для человека по ту сторону экрана у меня подарок. Боевой пропуск от Epic Loot абсолютно бесплатно, а не за 800 рублей. Только по специальной ссылочке в описании. Ты же понимаешь, насколько это ценная вещь? Ведь пройдя все 60 уровней, ты получишь гарантированный ДК-хук. А на каждом 15-м левеле пропуска ты будешь лутать случайную аркану. Помимо этого, эпики раздают еще 1 миллион подарков в честь Нового года. Халявные кейсы, шмотки и даже арканы. Распаковывайте подарочки раз в 2 часа бесплатно, просто заходя на сайт. И все это новогоднее добро я оставил прямо по ссылочке в описании. Там же лежит промо на 15% к балансу и на твой первый подарок под елкой Epic Loot. Ну, короче, смотрите. Мы видим, вот девочка идет, да? А мы про нее уже там, ну, типа. Вот там вот эти все каникулы начинаются, все начинают домой на поезде ехать, да? Мы видим, мы уже узнали, как типа девочку зовут, а мы такие видим, она в поезд идет, а мы к ней такие. Опачки! Чики-пики, там как дела, туда-сюда. Ну, you know, в одну кабинку там тут, ну, понимаете, да, такой. Это такой, а я знаю, как тебя зовут. Кристина. И разворачивайтесь, типа, спите дальше, ну, в авто, ну, в этом, в кабине. А она такая, вау, откуда ты узнал? А ты, типа, на главную такой, да мне все равно. Я сплю, you know. Просто спите дальше. Такая, блин, откуда ты, типа, меня знаешь? Габелла, все. Position one, hello. Вот я вам до рассказал. Она такая, вау, откуда ты узнал, что меня Кристина зовут? А ты уже начинаешь такой, Крис, помолчи. Ну и все. И ты типа такой, блин, а куда ты едешь там туда-сюда? Да я вот там, в Киречике, а ты такой, блин. Хочешь вот изменить свою вот просто вот жизнь и поехать в Солигорск? А нет, вы типа такие, ну да, я тоже типа в Киречке. Ну давай просто газанем в Солигорск. Просто в Солигорск. И все. Ну типа я тоже туда еду. Ну, давай просто поедем в Солигорск. Опачки! Добрый вечер! Привет, Ростик! А добрый день всем! Тимыч! Да-да. Как я паузу поставил в прошлой? А? Заценил? Ну, вообще осуждаю такое. Как я тебя на линии размотал, заценил? Другалёк, спокойно. В ловушку травомана, мне понравилось, как вы заехали вдвоём. Ловушку травомана, ёпрсоте, приплыли. А это вот у Ростика 9000 рейтингов сейчас будет. Добрый вечер. Ростик, передай привет Лере на винге. Лерочка, на винге. Пупсичек, Лерочка на винге. Я бы в поезде с тобой познакомился, но вы не знаете как. У меня много. Не вдвоем крипов добивает, Росик. Ты типа такой подходишь, ну типа такой, она... А это я знаю, как тебя зовут, Лерочка, на винге. Ха! Она сразу такая, ты еще знаешь, на чем я играю? Я такой, Лерусик, помолчи. И все. Все, пацаны. И разворачивайтесь, и ложитесь просто спать, как медведь. И ты еще ей говоришь, Лерусик, я бы под твою вингу пикнул Траксу, а там бы было уже совсем другой разговор. Может, старт, братик. Нападение, братик. Он ошибся. Я доберу. Опачки, а вот и молодой ошибается. Признавайся, Ростик, за сколько переливочку мип пил? Не, я уже заебал. Ты не понял, просто Ростик прошлый за них был, он им рассказал, что делать с девочками, как бы, и, ну, видишь... Ясно, Ростик, за это ты по шапке получишь, понял? Вот так. Ну все, я. Есть ТП есть? Бей. Летим, броски. Как заебали они меня уже. Алло, блин, ты тут? Ты чё, блин? Ёпперсет, братик, ой, еще и убил его. Так, братик, давай, я к тебе сейчас вернусь, и мы пойдем. ВП. Давай, не бойся никого, не бойся, я подхилю. Кулдаун был.
Давай, давай, иди, ты под тараской. Да, я понимаю. Дальше, за ним, парни. ВП, ура. Можем добить. Вот эту дальше, вот эту. Надо было только нарать, сразу игра началась. Ну, дотерянные люди слов не понимают. Нормально. Ёпрст! Ну, БКБ я нажал. Парень, вот это уже мне... Ладно, давайте отойдём. А давай релокейт на мипы. Можешь? Просто так. Давай. А куда? Найти его. Ёперный театр. Вот он тут. Вот за ним, сами. Тимыч, тут мины сами взорвались. Не знаю, кто сделал это. Кто-то в инвизе был. Кто это сделал? Я не знаю. Я реплей буду смотреть. Ну, надо будет, конечно, вычислить, я считаю. Кто-то в инвизе был, я считаю. На брейке же, давай. Бро, ну у тебя же БКБ. Хочешь двигаться? Дальше. В трапе. Ваш. Поиграем, ВКГ, Ростик. Давай. Ребята, подвины, чё не играете? Так, всё, Тимыч, успокойся. Нет, я не успокоюсь. Я даже тебе больше скажу, я знаю, кто те мины в боте активировал. Вот здесь вот. Мне уже в чатике всё сказали. Ага, у тебя задержка, не рассказывай. Как я на гениалочах? Гений, Рось. В этого не БКБ нету, я его сейчас выкину, и мы его убьем за секунду. Не, мы просто бьем хайграунд, парень, не надо. Согласен. Блин. Предлагаю форсить трон, чтобы они вернулись. Го. Поддерживаю. А чё, вот он? Куда вы? Не застань. Давайте трон, ребят. Красавцы, парень.